Более 20 тысяч пасхальных куличей развезли социально незащищенным категориям жители Одинцовские волонтеры. Доставкой выпечки занимались свыше 200 человек. Пекли куличи мастера Звенигородского хлебзавода. Впервые подготовка к празднованию Светлого Христова воскресенья проходила в условиях карантина и самоизоляции. Храмы пока закрыты для прихожан. Волонтеры, члены молодой гвардии «Единой России», активисты Общероссийского народного фронта, общественной палаты родительского сообщества округа, ряда других общественных объединений, сотрудники администрации постарались подарить праздник ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, детям-сиротам и одиноким пенсионерам. Глава округа Андрей Иванов выразил всем активистам благодарность за проведенную работу.